Господь находится повсюду. Его вибрации есть везде. А новое является лишь способность чувствовать его или приходить с ним в контакт. Со времен извечных он был здесь. Всю вечность он и будет здесь. Так вот, Господь-то действительно находится повсюду. В каждой точке пространства имеется напряженность той силы, которая готова связать вас с ним прямо в вашем сердце. Ясно? В каждой точке пространства есть напряженность божественная, которая готова связать вас с Господом, с каплей Господа, вас, вот напрямую. Все. Вот что нужно сегодня сделать. В молчании ума, в эмоциональном покое открыться этой силе, и она пробудит вашу истинную сущность. Обязательно. Вот сегодня все очень просто. Вообще никаких сложностей в открытии божественного в себе сегодня технически нету. Схема очень простая. Но проблем, конечно, много. И беспокойная трескотня ума, эмоциональная неустойчивость, физический ум, настраивающий на поражение, враждебные силы, эго ваше. Это, конечно, препятствие. Но сама схема его постижения очень простая. Очень простая. Вот, ну, элементарно простая. Понятно? Вот это радует. Если вы принимаете эту элементарную схему, то все остальное преодолеете обязательно. И будете победителем. Если раньше присутствие Господа предполагалось только на небесах, вот там, и соборы такие строили-то высокие в католичестве, смотрите, вот какие островерхи, вот туда, там он. А на Руси все-таки первые церковки-то были такие небольшие, приземистые. В общем-то, они немножко придавливали, чтобы ты сюда вот глядел-то. Понятно? Вот сюда, сюда, не туда. Ну, так я, в общем. Так что сегодня вы в себе что имеете? Вы имеете действительно церковку маленькую, часовню, храм, в нем можно молиться. Открывшись в божественной силе, вибрации вас, да, в теле вибрации. То есть санаторий ваш, не только храм, вы еще санаторий с собой носите. Санаторий, не надо никуда ездить. Вы поняли? А? Тут и санаторий, и храм. Сразу. И еще чего-нибудь. Ну, и благодать. А что было? Как хорошо покушал. Да, все, и кормежка идет. Ну, честно, я не утрирую. Ведь питает эта сила клеточки наши, энергетически, в общем-то, устраивает нам хорошие, так сказать, ну, проработки. Заметьте, то, что санаторий, храм, питание. Что еще вам надо? Ну, что еще? Скажите. И улыбаетесь даже. Видите, как не грустно, когда понимаешь, с чем имеешь дело. Так что раньше предполагалось наличие Господа только на небесах, высоко-высоко, вот там далеко. Да, а сегодня небеса сходят на землю. Он как туман. Вот напряженность божественной силы в каждой точке пространства, вот вокруг, везде. То есть сам Господь тянется к нашим сердцам, жаждет в нас проявиться. Для этого есть путь, путь сознательной эволюции, он эту возможность нам позволяет осуществить.